Так, все, встаем. Давайте без этого, серьезно, прям не готовые к этому. Встаем. Давайте, идите сюда. Нам уже все нравится, давайте договоримся сразу. Получение удовольствия – это взаимная тема. Я не могу вам сделать хорошо, если вы не соизволите предпринять некоторые действия.
Так что давайте будем делать взаимное хорошо. Для начала нужно расслабиться. Thank you.
ночь изнутри. Сволочи, истории склочные, от имени вашего меня корчат. Повези голову мою по-хорошему, а ты закручу сложно. Каких-нибудь песен? Один человек? Серьезно? А че вы пришли?
Знаете, обычно песню «Морем», когда поешь, говоришь: «Представьте, что мы живем рядом с морем». У вас просто настолько все хорошо, даже представить себе не можете.
Ты лишь часть моих историй, но как от городского мальчика так сильно пахнет море. Я вижу, кто-то с телефонами стоит, снимает. Ребята, вы никогда в жизни не посмотрите эту запись от начала и до конца. Там будет ужасное видео, отвратительный звук. Даже если вы хотите кому-то сказать, типа, смотри, я был на прикольном концерте, а... Ну нет, слушай, вживую было лучше. Серьезно, честно, никогда. Вообще, в Инстаграме 15-секундное видео. Окей, ладно. Поэтому прекратите это делать. Сидеть, оно само не затанцует. Не работает так, понимаешь? Нужно начать с движения. Ну, можем визуализировать историю. Представь, что ты дома, утро, зеркало и музыка. Спорим, что все вокруг сговорим, но
честно. Время иссушает странности и ставит все на место. У меня от вас зуд и желание выпить напрочь, не совладать с постом. Оголтело прижаться со всей моей прытью, груда клетки своим крестом. Мне с вами говорить хочется, без касания, без всякой тонкости, голой до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять по дубу, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка, и я... Смеются, нелепо горцуют, написали на моем пепелище. Здесь танцуют. Мне с вами говорить хочется, без касаний, без всякой тонкости, голой до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять по руку, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка. Своих сыновей, кадры женщин вашими фразами, чтобы дерзкие, как боги, красивые, истребляли их в миг, чтобы строили не планы, а молниеносный блицкриг. Мне с вами говорить хочется, без касания, без всякой тонкости, голой до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять по духу, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выдумка, и я несу разное. Какие вы? Ну, типа, раскрепощенные, безбашенные, собранные. Какие? Thank you.
детским площадкам. Такие порядки. Капитан не стерпел нас на своем борту. Зато аплодировали в аэропорту. Нарушили. Теперь не скучно. Перестали оглядываться по сторонам до дрожи. В общем, отпустили вожжи. Приходите в меня, как квартиру съемную.
Проверяем свои плечи, они у всех опущены и расслаблены. Понимаете, в чем дело? Я сейчас кайфую. Когда у нас концерт уже большие, там много людей, я не могу докопаться до каждого. А здесь я могу это сделать. Девочки, зачем вам ваши прекрасные руки? А тут же плечи, а тут же вообще и все остальное. Что это? Что это? Свободе надо быть! Обождите, ребят. Разучиваем очень простое движение. Вот так. Да. То есть технически надо объяснять, как мы это делаем, нет? То есть вот поднимаются у нас кисти, локти немножечко, плечи вот сюда и делаем хлопок. Давайте еще раз. Отлично. У нас типа чувство ритма еще, да? Все, отлично. В первой доле хлопаем. Супер. Что дали, то взяли. Пересчитали пальцы, руки, ноги целые, берем пользование. Бог расписался и меняет что-то поздно. Сверток вечером поздним принесли домой. Любить, а торговаться нужно ради уже. Талию просить тоньше, бедра уже. Мальчики хоры решили превращаться в мужчин. Тоже нашли для огорчения немало. Редко.
мы не так уж плохо сложены, скроены, и может резко и неумело, но я люблю это тело. От горя или от радости? Ну, типа несчастная любовь там или что у вас? От жалости? От жалости ко мне? Да. Где Гриша? Где Гриша? Почему даже Одесса знает, кто такой Гриша? Thank you.
держаться на расстоянии. Ты знаешь, что случается, когда пьяные, смешные, безумные, с ума слетевшие. Да, одри нежные, не надо таскаться за нами следом. Идите к черту со своими советами, мне жизнь правила поведала. Если не помню, значит, не было. И лучшее, что я слышала от мужчины, нестомчиво, позывисто, хорошо. Что я
ночь за ночью ты стёрлась до темных следов по полке. Да звенишь в ушах пустоты так, что лопаются перепонки. Не выпускай меня из схватки, плохо кончится, разберу себя в клочья и раздарю. Посмотри, как я полчища прожидаю ночью, а я ведь и так. Собянина про самострой, удвоение, депутатские уловки, нераскрытая тема стихийной парковки, ливневой канализации, нецелевые расходы, Тверскую расширили, а где наземные переходы? А ты вся неразборчивая, нескрытая, я вписался от тебя в Твиттере, потому что невозможно это читать. Про любовь твою, про танцы, флиртуешь с дагестанцем каким-то. Ты что такой зажатый, мне право жалко, почувствуй ритм жал, отдайся нашей стыжи, освободи руки, почувствуй. Но знаешь, я устал жить с вечным грузом твоих бывших. Я себя ощущаю как бы немного лишним. Меня это разрушает, меня это губит. Это вообще вопрос чести. Да в смысле ничего не было, это только песни. А мне каково? То не кудрявый, то женатый, то циничный, то грубый, то директор модного клуба. Нет, нет, я тебе доверяю, я не нашел никаких улик, но... Ну, Вера, блин, это не выдержит ни один мужик. Ты что такой зажатый? Мне право жалко. Привычка фишировать.
контролировать каждый свой шаг. Да еще эгоисты, как и свет не видел. Вы что думаете, всем интересно, где вы, с кем и в каком виде? Вы что пропагандируете? Полиаморию, философию дестроя? Да вы рушите морально-нравственные устои, чему вы учите этим тут? Я, кстати, видел вас, когда же не пью? Нет, я просто скачал посмотреть для расширения круга. Мне это не надо, у меня супруга. Вам даже не стыдно, не видно даже румянца. А если каждый будет делать то, что ему нравится, это же неконтролируемо. Это социум сгубит. Да, я не люблю свою работу, а кто любит? Но я плачу налоги, я перед законом чист. Я хороший специалист. Ты что такой зажатый? Мне право жалко. Почувствуй ритм. Ты что такой зажатый? Мне право жалко.
с дешевым вином. Я не извиняю и не извиняюсь. Вы говорили со мной по душам во всех кофехаусах нашей столицы. И если бы вы перестали мне сниться, то я перестала бы вам. Вы говорили, что сможете жить только со мной в доме с видом на море. В мире так много прекрасных историй, а безудержной сладостной лжи. Ловлю, ну, всегда есть люди, которые как бы не участвуют в дебоше, а сидят там, чинно попивают, что-нибудь смотрят. И я думаю, со стороны, конечно, это пиздец выглядит. Девка стихи читает, беснуются все, что происходит? Ну вот, однажды в моей жизни была история. Ну, дважды была история, и я была по разные стороны. Но знаете, когда вот ты там летом, вечером гуляешь по городу, и вдруг видишь, какая-то парочка там на мосту занимается бесчинствами. Да? И вот когда ты внутри этой истории, охрененная история, да? А когда снаружи это выглядит, ну, так себе. Ну, вот, честно, если. Вот лучше всегда быть внутри истории.
все, чему нас учили. Мы не в ответе за тех, кого приручили. Пока не сбита с песни наглеца, дело движется и спорится. Все мнения поровну, ты кажется впору мне. Нравится твой норм. Чист. Больше всех косит, конечно, басист.
занимаюсь спортом, какой-то Маркес Гриш уважает где-то там. Звукорежиссер у нас вообще наркоман. В общем, как сказал Филипп Бондарев давно, алоэ вера – говно. Будьте легче, легче, кроме танцев взять с нас нечего, нечего. Ну чё, настал мой черед! Немного сысерской рыбчаги, ваши одесские уши! Привет! Привет! Специальный диджей из Ибицы сейчас мне немножечко поможет, а мы с вами немного потанцуем! Камон, ещё разочек! Диджей, давай! Нас никогда не услышишь. О нас не напишет журнал Афиша. С фестивалями мы давно на ножах. Везде альфабет да и ляг. И кажется, мы на бабки влепли, собирая по 10 рублей на клип. Но нет смысла за все это париться. Мы делаем то, что нам нравится. Одессы. Мне нужно понять, что вы можете, что нет. Пожалуйста. То есть, если не сможете, окей, я просто галочку себе поставлю, что вы этого не можете. Мне надо понять, вы умеете, вы можете прыгать или нет? Ну, типа, на что мне рассчитывать в следующий раз? Так, ребят, можно повторить припев нам сейчас, чтоб мы разобрались с этим? Свет, выключите меня, а то я не вижу. Ритмично, типа, да? Ага. По-моему, нормально могут, короче, да. Сейчас, сейчас. Будьте легче, легче, кроме танцев взять с нами.
нечего, нечего. Будьте легче, легче. Кроме танцы взять с нас нечего, нечего. Будьте легче. Кроме танцы взять. А, все, спасибо. Короче, мы можем прыгать. Так что если у нас тут сейчас... Сейчас у нас что? Все. Песня. Механик.
Ребят, у вас последний шанс оторвать свою задницу от этого чертового кресла. Смотрю на куража.
ближе. Спасибо большое, Одесса. Сегодня мы это, что делаем? Танцуем.
Ну что, мы сыграем вам последнюю песню, чтобы чуть-чуть остыть. Танцующие, вы прекрасны. Обязала.
зала. Детка, знаешь, я целую петлю, которую шею ты мою обвязала. Спасибо большое.